пришла пора отопительного сезона. Сообщаю, что с понедельника, с сегодняшнего дня, а готовились мы заранее, а социальные объекты мы начинаем подключать к теплу. Всем известна специфика погоды в центральной полосе и бабье лето, и перепады температур. Мы считаем, что социальные объекты должны быть включены, потому что там те, кто нуждается особенно в комфортных условиях. Наша задача вместе с главами сделать так, чтобы запрос по тому, включать отопление или нет, также был возможен через систему коммуникации. Будь то телеграм-каналы, чаты, которые существуют. Нам очень важно чувствовать настроение жителей, потому что по опыту всегда делится 50 на 50. Кто-то хочет, чтобы включали, но за это нужно платить. Кто-то говорит, что подождите, не включайте. Ясно, что наша задача принять взвешенное решение.